А мраморное вот глянцевание. Мраморное глянцевание в исполнении. Кстати, чтобы оно не это вот не пропадала краска, мы ее сейчас на другой холст. Вот оно влияние Германии, немецкая экономия пошла. Чтобы краска не пропадала. И вот смотрите, что значит писать картины в четыре руки. Это значит, я сейчас делаю световоздушную среду и цвет. А Вовочка наполняет ее сюжетным, интеллектуальным, мужским наполнением. Ну, сейчас ведем туда или деток, или еще кого-нибудь. Ну, деток в данном случае. Вообще можно туда кров, овечек. Вот, людей. В данном случае это пляжик такой, знаете, там, где дети любят играться с песком. Ну да, вот он, пляжик, песочек. Кстати, можешь себе составить.